Победить в районном конкурсе «Мама, папа, я. Спортивная семья» мечтают многие, но удается это только самым дружным, сплоченным и физически крепким командам. Этот конкурс, он сплачивает и родителей, и детей, и сотрудников детского сада. Это и есть взаимодействие коллектива детского сада с детьми и родителями, потому что здоровье на сегодняшний день – один из основных компонентов нашей и самый главный нашей жизни. Только 8 команд вышло в финал конкурса. Организаторы приготовили для участников сложные испытания. Особенно трудно пришлось взрослым. Они чаще детей запинались и путались в инвентаре. И тут на помощь приходили ребята и завоевывали победные баллы для своей семьи. Наша команда «Первым быть везде и всегда» – это девиз команды «Звезда». Страсти накалялись, болельщики подбадривали своих участников, заряжали оптимизмом и верой в свои силы. Мы болеем и переживаем за нашу команду, за команду пятого сада. Мы надеемся, что они у нас победят. Семья Федоренковых уже неоднократно завоевывала пьедестал почета в соревнованиях «Мама, папа, я. Спортивная семья». В этот раз команде 57-го детского сада вновь улыбнулась удача. Рецепт успеха победителей прост. Все свободное время они стараются проводить вместе и заниматься активными видами спорта. В прошлом году мы были победителями, в 2013 году мы с сыном были победителями, и в этом году мы победители. Отстаивать позиции гораздо сложнее, чем их завоевывать. Поэтому мы старались, хоть у нас начало было не очень, но мы, в общем-то, показали, доказали, что на сегодняшнюю минуту это мы. Поэтому мы стараемся заниматься спортом, стараемся активный образ жизни вести. Поэтому, может быть, такие результаты. Всем участникам были вручены памятные сувениры и подарки. Этот день, без сомнения, станет еще одной яркой страницей в семейном альбоме участников. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».